уважаемые дамы и господа, в эфире второй выпуск новостей на колесах. Вернее, сегодня уже не на колесах, а на стульях непосредственно во дворе замка Мариенбурга. Как видите, у нас все просто замечательно. Замечательно, я не знаю, какой степени. Если я всем кусок тортика, то все просто великолепно. Лучше не бывает. Солнце, тепло, кофе, тортик, что может быть лучше? Жить прекрасно. Думаю, нашим парижским друзьям это прекрасная жизнь. В данный момент, я бы даже сказала, Dolce Vita. Тоже приходите по вкусу. Дорогой парижский друг, скажи, пожалуйста, пару слов о том, что ты сейчас ощущаешь, видишь. Как тебе это все? Да. Я даже не нахожу слов, чтобы это точно передать. Прошу. Пока я буду пить кофе. Камера переходит в другие руки. Да. Понятно, что парижский друг пока еще не может сказать пару слов, потому что он занимается... Парижский друг просто блаженство, потому что у него 24. 24. Это даже если разуться, все равно не хватит пальцев, чтобы сказать 24. Дня отпуска, который мы начали в Тель-Авиве. Потом, пройдя через сектор Газа, попали в Хайфу. Из Хайфа опять вернулись в славный город Париж. И оттуда в славные немецкие ганноверские земли, где сейчас и находятся. Что я хочу сказать вообще. Германия вообще очень хорошая страна. Она мне очень нравится. Ой, все здесь такое красивое, чистое, убранное. Вообще просто блаженство. Просто блаженство. Не будем вспоминать исторические моменты, неприятные, связанные со всякими катаклизмами. Давайте просто будем наслаждаться сегодняшним днем, сегодняшним солнцем. Немецкой кулинарией, вот, которая ничуть не хуже, а я так считаю вообще лучше французской. Вот, потому что все от души, все для людей, а не для журнала Гурман. Вот. Поэтому мне это очень нравится. Что еще могу сказать? Ой, красота невозможна, люди вообще. Отдыхайте, отдыхайте. Не бегайте галопом по Европе. Приезжайте вообще куда-нибудь в одно место. И наслаждайтесь им медленно, печально, с расстановкой. Почему вот. Печально? Ну, это так образно. Ну, кто печально, кто радостно. Красота невозможная вообще, на самом деле. Честно-честно. И вкуснота. И вкуснота. Как подсказывает наши ганноверские друзья. Ну, что еще могу сказать? Хорошо. Можете меня спросить что-нибудь, я вам отвечу. Я тебя спрошу, попьем ли мы кофе, пока попьем он не остыл. Кофе сегодня. Хорошо. И сидит пирог, пока он не растаял на солнце. Операторы, так сказать, хотят приступить к попивке и ну, к поездке. Представляете, вот это все стоит на столе. Один человек должен говорить, а другой человек должен держать камеру. Ну, как, сколько можно? Сколько можно? Причем один перед камерой упорно все это пьет и ест. А второй сидит и мучает. Итак, дорогие друзья, до встречи. Пейте свой утренний кофе, вечерний кефир. Мы с вами увидимся. Очень скоро. Вы даже не успеете по нам соскучиться. Всего доброго.